вы обратите внимание, раньше вы не могли посмотреть на улицу Горького. Я вот сейчас от своего дома вижу Маяковку, я живу на Белорусской. Раньше невозможно, всякие эти стояли какие-то тумбочки, какие-то перевязочки, рекламы. Это здорово, что сейчас произошло, здорово. Я не знаю, если это Собянин, он выиграл, конечно, молодец, это здорово.